Всем привет! Это новое видео, короче. Опять шашлыки. Все как обычно. Но сегодня будет новая история. Такая, может быть. Я тут немножко не определился с историей, но... Ну, я, в принципе, придумал историю, короче. Не знаю, зайдет она вам, не зайдет, короче. У нас тут, как обычно, куриная корочка, лопатка и шейка. Хочу поговорить по поводу Крокус Сити. Вот я думал вообще, разговаривать на эту тему, не разговаривать. Но все-таки пришел к мнению, что надо поговорить на эту тему, высказать свое мнение. Мое личное мнение этих чуваков, которых поймали, ну, это просто лохи какие-то, вообще конченые. Да, им там что-то пообещали, как бы, типа, мы вам денег заплатим, короче. Но по факту, мое личное мнение, они вообще... Не, они, может быть, конечно, с Украиной были связаны. Может быть. Вот. Но, скорее всего, что их просто... Их просто использовали как... Да, как гандонов. Как половую тряпку, понимаете? Наобещали им всякой херни, короче. Сказали, денег дадим, короче. И там, идите, постреляйте. И типа их, ну, на Украину вывезут. Никуда их, никто не собирался их никуда вывозить. Вообще. Там была такая задача, что они, уроды, постреляют людей. Если это вообще они. Хотя уже многим становится понятно, что это даже не они. Вот. Они постреляли людей. И в итоге, короче, им пообещали там и по 1 000 000 рублей, и там еще чего-то. Ну, никто не хотел, чтобы они хоть куда-то выезжали. Всем было главное, чтобы их поймали, и всем было плевать, короче. Таких людей, как сказать, тупорылых, на мой взгляд, их очень много. Вот, они, ну, они настолько тупорылые, что они даже не понимают вообще. Как-то вот. Зачем это нам нужно было? Не знаю. Мое личное мнение. В любом случае, смерть любых людей. Любых людей. Для меня это трагедия. Вот, поэтому я не поддерживаю ни войну, ни тем более таких дураков, как они. Ну вот они что-то вот. Что-то им пообещали. Что пообещали? Это очень сложно понять. Даже, ну, я даже не могу понять. 1 000 000 рублей. Ну что такое 1 000 000 рублей? Ну, 10 000 евро, наверное, да? Да. У нас в Латвии, допустим, 10 000 евро, ну это. Ну это вообще копейки. Это так. В магазин сходить, короче. Там хлеба купить. Я так и не понял. Вот. Ну, итог такой, что. Их просто, ну, обманули, а теперь эти, ну, люди будут сидеть свою всю жизнь, короче, как самые такие, знаете, ну, злостные преступники, короче. Это одна версия. А еще есть такая версия, что если это было ФСБ, хотя я в это не очень верю, там было проще сделать так, чтобы, ну, чтобы все поверили. Там было проще найти таких вот, ну, реально дураков, короче. И теперь они будут сидеть, на, ну, всю жизнь. Ну, не знаю, 100 лет, нахуй. Ну, пока не сдохнут, короче. Я считаю, что они должны сдохнуть, если они это все сделали. Мне, конечно, довольно-таки неприятно, что вот такая ситуация случилась. Вот это происходит и в России, и на Украине. Не знаю, короче, как там все получится. Хрен его знает, как там все получится, короче.
пишите просто в комментариях, ну, ваше мнение. Но мне кажется, что их просто подставили. А они, ну, в силу своего, ну, идиотизма, короче, ни хрена не поняли, короче. За 10 тысяч рублей вот так браться. Ну, не знаю, я бы нахуй, да, я даже за миллиард бы не подписался. Ну, лично я бы даже за миллиард не подписался. Валить кого-то, блядь. Ну. Да вообще ни за какие деньги я бы не подписался, короче. Поэтому я их не очень понимаю, зачем они это сделали, почему. Но факт этот, ну, произошел, короче. Поэтому не знаю. Пишите ваши комментарии. А у нас сегодня куриные окорочка, ностальгия, ну, шашлык по-советски, ну и, конечно, шейка, все как всегда. А, да, ребят. Ладно, мне, в принципе, больше нечего сказать, короче. Поэтому, ну, сам, пишите в комментариях. Что вы думаете вообще по этому поводу? Я вспоминаю тут вишню, которая вишня была, да? Там тоже был, ну это реально, походу, теракт был, короче. А тут в Москве, блядь. Не знаю, кто виноват. Не могу ответить на этот вопрос. Просто не могу ответить. Кто из них был виноват? Но то, что они были виноваты, это точно. И теперь сидеть им, конечно, не знаю, лет по 50, наверное, минимум, короче. И для них это будет просто либо белая сова, либо черный дельфин. Ну, наверное, черный дельфин, короче. Ну, там по ситуации посмотрим. Лет через 5 мы об этом все узнаем. Раньше, наверное, не узнаем. Но лет через 5 мы узнаем, кто из них был виноват. Ну, либо когда Путин помрет. Хотя, я думаю, даже мы тогда ничего не узнаем. Ну, как-то так, короче. Все. Всем спасибо. Окорочка. Лопатка на уксус и шейка. Так что посмотрим, короче. Сейчас я пойду выключать. Ладно. Всем привет, всем удачи, короче.